Выпускников технических специальностей могут освободить от армейской службы. Это инженеры, технологи, механики, строители и многие другие. По словам министра труда, именно в этих специалистах в Казахстане наблюдается острый дефицит. В министерстве предлагают вместо погашения своего воинского долга в казарме внедрить в учебных заведениях специальные кафедры по подготовке сержантов. Но, как отмечают в Кабмине, проблема нехватки кадров не только в призывах в армию, но и в занятости выпускников, поскольку до 25% специалистов, получивших техническое образование, по профессии работать не идут. Техникал кәсіби салаларына заводқа барып жұмыс істемейді. Негізі оған қазіргі уақытта 500 мың теңге еңбек ақысы керек, және де жұмыс графигі бос болу керек. Жастардың қойып отырған талаптары сондай. Екі ұсыныс бердім. Біріншіден ол әскери борышынан босату. Және де жаңағы колледждердің ішінде кафедра ашу, сержанттық составты дайындайтын кафедраларды ашу.